есть в Паттайе такое развлечение интересное. Башня Паттайя Парк Таун. Можно туда просто подняться за 200 бат. Это на наши 400 рублей. Вот, кстати, китайская бригада пошла с этой башни прыгать. Я с ней уже дважды прыгал. Но потом еще прыгну, чуть-чуть попозже. Все для вас и для своего экстрима, для новых ощущений. Чувство ощущения полета, пусть не такое полное, как без парашюта, но тоже интересно. И, кстати, в Паттайе парке сейчас, неплохо говорят, отстроили площадку для отдыха. Посмотрим. Пальмы, конечно, здесь просто огонь. И вот такие вот ананасики прям растут. Красота. Вот в Паттайе парке есть и такой аттракцион. Наверх тебя туда. И оттуда резко скидыш. Затем, что тут есть в эту же цену? 300 бат стоит. А, вот эти покатушки. Монорельс типа русских горок. В Америке говорят, что это русские горы, горки. В России говорят, что это американские горки. И что-то она третья сказала тут в эту цену включено. Наверное, какой-нибудь паровозик. А может, кстати, и вот этот кораблик. Ну, что-то я не вижу, чтобы кораблик крутил сальто мортале. В парке можно на таком паровозике покататься. Монорельсовом. Он проходит через весь Паттайя парк. И по обзорке. Вот так вот клиенты с Паттайи башни спускаются. Но здесь ветер сильный, плохо слышно, но все равно слышно, как он там верещит. Я уже два раза катался, но для хорошего контента я готов сейчас третий раз оттуда. Вот он руками держится, а я попробую руками не держать. Все, купил билетик, поеду третий раз для вас. Ну и у меня будет маленький юбилейчик. Сначала еду на 55 этаж, там чай, кофе, еще что-нибудь. А затем еду на 56 этаж, непосредственно уже вниз. Увидимся на 55 этаже. В общем, поехал я в лифте, тут очень много соседей китайцев. Все, мы поехали на 55-й. В общем, я на 55 этаже. Апельсиновый сок. Меня уже предупреждают, что скоро башня закроется. Поэтому, говорит, прыгай быстрее. Сейчас я нахожусь за стеклом. Дринкну. И наверх. И открою вам истинный вид Паттайи, кто еще здесь не был. И вы получите массу впечатлений. Ну, в общем, вот я на 56 этаже. Паттайя. С птичьего полета. С высоты. Честно скажу, не знаю почему. Вот уже собираюсь третий раз прыгать. И каждый раз все страшнее и страшнее. Сейчас уже вечереет. И чем темнее, тем почему-то страшнее. Ох, у меня сейчас адреналин-то хлещет, ё-моё. Высота-то, мама, не горюй. Как-никак 56 этажей. Уже посмурнеет. Мы удачно раз попали. Не так холодно, пасмурно, хорошо. В общем, мне нужно будет вот туда вниз надо будет. Вот туда. Вот отсюда стартовать. И нужно будет сейчас проверить обмундирование. Please test. Тест. Окей? Все. Подписался. Сейчас я проверю, как все это во мне.
Вон здесь такой крючочек. Сидаун. Ой, ёб, я кидает. А что, убрать можно в карман, да? А или вам билет? Окей. О, яйца дает. Все работает. О, короче, честно скажу, страшно. Кобздец. Кобздец, как страшно. Я полез. Окей. Бай-бай. 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 А зачем? Нет, я так. А, окей. Проверить все, будешь же? Окей. Садись, говорит. Сейчас я вам вниз покажу туда. О, страшно. Стой. Ноги вперед. Страшно. О, нет. Твою мать. Бляха. Сука, страшно, капец. Адреналин аж зашкаливает. Я даже в этот раз первый раз руками держусь. У меня адреналин такой, что аж тапки вспотели. Ох, в рот компот. Я такого давно не испытывал. Я честно скажу, просто охрененно. О, я два раза прыгал. И все время с руками. Держался за эту ручку до последнего. Боялся, что меня нафиг оборвет. В общем, это было просто жесть. Просто жесть. Яйца! Опа! Чуть не оторвало. Все, сейчас меня... Ой, ноги аж ватные. Спасибо. Кабунька. Супер. Опа. Спасибо, Кабунька. Сейчас эмоции, подожди маленько. В общем, мне предлагают фотографию. How much? 150 бат. 150. В общем, за 150 бат. И фото, и видео. И видео? А видео сколько? Видео 150. Пойдем. А, 150 будет и видео, и фото? 300 бат. А, 300 бат. В общем, смотрите, если кому надо будет, есть видео, давай. Есть фото. Ну, у меня видео есть. Видео нет. Почему? Так, окей. Ну все, ребят. Супер. Супер, супер. Хорошо, хорошо. Спасибо. У меня адреналин до сих пор по ногам бьет. Вау, вообще класс. Кабунька! Очень горячо? Да, супер, отлично, very good. Бай-бай-бай. Все, ребят, бай-бай. В общем, я на эмоциях, меня таращит. Меня первый раз так мощно таращит. Я не знаю, говорю, третий раз, и вот пасмурно, уже как бы темновато. А, в очках чуть-чуть посветлее, но все равно уже... Ой, матушки, оладушки. Короче, я вот оттуда, с 56 этажа, на таком адреналине. Я не знаю, это непередаваемое ощущение. У меня до сих пор поджилки трясутся. Я вроде как бы это, не из самых трусливых и слабых. Но вот без рук первый раз. И я честно скажу, меня там с ноги спинывали. Вы сами, наверное, все видели. Я помню, что я упирался. Я обычно всегда, ай, похрену. А тут я прям уперся. Говорю, нет, я не хочу. Но они решили совсем по-другому. Все, всем удачи. Адреналин — это круто. Испытывайте свои эмоции на максимум во всем и везде. Пока-пока. Слушайте, ну вот прыгнул, да, у меня до сих пор эмоции, меня так прям таращит, меня так колбасит, я не знаю, как это описать. Поджилки трясутся, колени трясутся, руки трясутся. И такой адреналин, такой кайф. И вот такой страх жуткий почему-то, говорю, в этот раз испытал. У меня эмоции просто, я не знаю, это прям... О, предлагает уехать сразу. Но я это, сюда, на своем байке. О, все, я, короче, всем рекомендую, кто еще не прыгал. Я даже говорю, третий раз прыгал. Я, наверное, сегодня испытал самое максимальное удовольствие, самый жуткий страх. Я никогда столько страха не... Я говорю, меня реально, хотя с этой башни ногами спинывали, я сопротивлялся. Он мне спину пинает, я только на камеру успеваю снимать. Ох, там столько китайцев, кстати. Но они не прыгают. Они боятся, вообще жутко-жутко боятся. Прыгают в основном русские, так и иностранцы тут. Китайцы на боковых, на этих бочках спускаются. Ну, в общем, это было супер.